Ну а в Виноградовском районе через год появится в прямом смысле чистая вода. Для Двиноважья событие колоссальное. Местные жители его ждали десятилетия. Благодаря нацпроекту Виноградовский район получит 240 миллионов рублей на строительство нового водопровода. На предпроектные изыскательские работы было затрачено порядка 4,5 миллионов рублей из местного бюджета. И также большую финансовую поддержку оказала группа компаний УЛК, выделив 6 миллионов рублей именно на проектные работы. К концу 2022 года в поселке Березник планируется построить водоочистную станцию, разводящие сети, установить 40 водозаборных колонок и 30 пожарных гидрантов.